Привет, дорогие друзья! Уже рассвело, а значит, пора за работу. Сегодня, как и обещал, мы доделаем наш домик и поставим к нему каменные стены. Что нам для этого понадобится? Для этого нам, естественно, для начала понадобится кирка и понадобится нарубать много камней. Приступим. Итак, мы насобирали много валунов. Ну, точнее, мы их еще собираем. Так, вот, тут даже есть камень. Отлично. В принципе, процесс строения каменных стен ничуть не отличается от обычных деревянных. Единственным отличием есть материал, а именно камни. Итак, из одного валуна мы можем получить 3 камня. Что ж, крафтим. У нас есть 17 камней. Для того, чтобы получить деревянные балки, нам нужно скрафтить камень с одной деревянной доской, и мы получим деревянные балки. Сейчас давайте их сделаем. Итак, мы получили 17 деревянных балок. Из деревянных балок и досок мы вновь получаем столбы. Итак, 4 столба есть. То есть теперь нам можно построить стены. Но для того, чтобы построить стены, нам понадобятся еще камни. Давайте их найдем. Итак, мы нашли еще камней. И теперь из валунов мы снова делаем камни. Мы сделали камни. Теперь мы повторно их крафтим. И из камней мы получаем платформочки. А из платформочек мы крафтим 4 рамки. Теперь для того, чтобы получить стену, нам нужно скрафтить одну рамку с одним столбом. Итак, у нас получилось 2 стены. Но нам нужно еще 2, поэтому нам придется найти еще камней. Итак, мы нашли камни и сделали 4 стены. Теперь, как вы помните, нам нужна одна глухая стена, 2 стены с оконным проемом и 1 стена с дверным проемом. Для этого нам нужно скрафтить одну стену с одной балочкой. Итак, мы получаем дверной проем. Но нам нужно 3 дверных проема, и мы делаем еще 3. Теперь, для того, чтобы скрафтить оконные проемы, мы повторно крафтим дверной проем с балкой. 2 раза. Все, у нас есть все 4 стены. Давайте их установим. Итак, если у вас установлены каменные столбы, значит теперь можно приступить к установке стен. Давайте начнем с нашей глухой стены и установим ее. Мы установили нашу глухую стену. Давайте теперь поставим нашу стену с дверным проемом. И теперь нам осталось установить наши 2 стены с оконными проемами. Раз. И 2. Все, наш домик полностью готов. К сожалению, нельзя сделать фундамент тоже из камня. И, к сожалению, нельзя сделать верхнюю платформу из камня. Поэтому они остаются деревянными. На этом постройка каменного домика заканчивается. Теперь все зависит только от вашей фантазии. Но в следующем ролике я вам расскажу, как сделать много интересных ловушек. До скорых встреч!